Увага! Пачалі! Вітаю! Гэта зноў я, Кася Тутайшонак, і я працягваю здымаць свой стрым аб жыцці нашай сям'і. Галоўнае, што адбылося на гэтым тыдні, гэта тое, што ў нас з Васечкам пачаліся канікулы. Ура! Дзядзечка, а што гэта вы робіце? Ты што, не бачыш, дачушка? Пішам назву нашага раёна. Мы вырашылі яго перайменаваць. Ён цяпер будзе называцца не Светлажахаўскі, а Кобрынскі. А навошта? А каб на мапе яго лёгка было знайсці. Ну ўсё, напісаў? Гатова. Ну тады шухер, збываемся. А ты што што? Ахламоны, сюда! Почему это все, кому не лень, на казенной собственности черт знает, что малюют? Причем тут Кобрынский район? Но вы же сами сказали, что первым регионом, куда придут отморозки из полка Калиновского, станет Кобрынский район. Ну, сказал, ну, бракнул, и что? А народ тут же кинулся называть свои населенные пункты Кобрынским районом. Так чего вы спите в шапку? Карпенков! Я здесь! Срочно выявите всех, кто, сидя под плинтусом в Кобрынском районе, преступно ждет змагаров, и объясните им, что не на тех напали. Любимую не отдают. Так точно, товарищ Перетрахченко. Не сомневайтесь, мы ваш любимый Кобрын никому не отдадим. Мечтает Байден Кобрын взять разбойно. Он доведет до ядерной войны. Любимый Кобрын должен спать спокойно. Попытки натовцев опять пресечены. Любимый Кобрын может спать спокойно. Скажите штатам, что они обречены. И зарубите себе на носу. Необходимо удвоить или даже утроить бдительность в 4 раза. Аднойчы зноў мы уздымем стяг с погоняй. Тады збягуць з калгаса брахуны. І людзі зноўку змогуць спаць спакойна. Таму, што спыняцца нарэшце хапуны. Тады ўсе людзі змогуць спаць спакойна. Жыць будзем мірна, без тэрору і вайны. В пресс-центре нашего всемирно известного колхоза «Светлый Жах» состоялся брифинг с участием председателя комитета колхозной безопасности. Товарищ Тефтель приоткрыл завесу над теми событиями, которые произошли в августе 2020 года. На улице тогда вышли какие-то жалкие 500 отморозков, из числа которых нам пришлось самоотверженно арестовать больше 100 000 человек. Я уже не говорю про 500 000 тех мерзавцев, которые непонятно почему вообще сбежали из колхоза. И я сейчас ответственно обращаюсь к ним. Одумайтесь, вернитесь, и мы вас сразу же примем. Остается добавить, что пункты приема беглых и раскаявшихся отморозков уже готовы и ждут первых клиентов. Дорогие наши бывшие соотечественники, мы ждем вас на нашем новом экспериментальном лечебно-трудовом курорте. Добро пожаловать, мля! Ну а что? Оригинально, душевно и перспективно. Молодцы, красавцы, неплохо. Только это ведь курорт для беглых. А что вы сделали для удовлетворения нужд наших родовых колхозников? Для них мы создали культурный отдых на нашем колхозном море, изменив старые названия на более привычные новые. Вот, например, раньше это была просто пляжная кабинка, а теперь это будет следственный изолятор для переодевания. Также нами усилена наглядная агитация. Вот, здесь написано: запрещается разводить костры и беседы о том, что в экономике полный писец. Это хорошо. А что для тех, кто не умеет читать? Для этих работает радиоузел нашего пляжа, который осуществляет профилактику будущих антиколхозных преступлений. Граждане отдыхающие, говорит дирекция пляжа. Напоминаем, без санкций правления больше 3 не загорать. Все это, конечно, хорошо, но недостаточно.
Где соответствующий духу времени культмассовый сектор? Вы про него подумали? А как же? Мы даже объявили конкурс на лучший киносценарий о героизме ОМОНа во время событий августа 2020 года. И у нас уже есть победитель. Первое место в конкурсе на лучший киносценарий о героизме молодцов и красавцев колхоза «Светлый Жах» Комитет колхозной безопасности присудил драматургу Геннадию Завитько. А расскажи-ка ты нам, Гена, что это ты там напридумывал? Это, товарищ Перетравченко, будет реальный хоррор под названием «Так жить нельзя». Представляете, в секретных лабораториях ЦРУ выводится особая порода жуков, которые заползут в головы колхозников Светлого Жаха и заставят их ходить на несанкционированные митинги и осуществлять провокационную антиколхозную деятельность. Ну, наконец-то! Я давно говорил, что о событиях 2020 года нам очень нужен правдивый фильм, который заставит каждого человека думать. Тут, папа, не поспоришь. У нас в колхозе давно уже снимают такие фильмы. Посмотришь и непременно задумаешься, нахрена я его смотрел? Тихо вы! Слушайте дальше! И еще одна радостная новость. Режиссером-постановщиком фильма будет наш выдающийся и всемирно известный славянский режиссер Никита Бесогон. Встречайте! Никита Сергеевич, не согласитесь ли вы поделиться с нами своим режиссерским видением будущего шедевра? Конечно, голубчик, поделюсь. «Так жить нельзя» — это аллюзия на известный фильм Говорухина «Так жить нельзя», только в ином контексте. Нельзя жить так, чтобы тобой управляли жуки. Вот представьте себе, вам в голову заползают ЦРУшные жуки. Это же ужас! Летит жуков огромный рой. У них задача уничтожить, их задача подорвать колхозный строй. Кругом стрельба, кругом война. Судьба колхоза в Пентагоне решена. И тут Супермен, в руках автомат. Без рожка? Конечно, он же гуманист. Жуков завалит всех он? Конечно, наповал. А Штаты? А Пиндосов ждет провал, председатель так сказал. Баллончик дихлофоса достал, и в тот же миг жужжащий рой немедленно затих. Да он герой, супергерой. Не дал пиндосам укокошить, изувечить, растоптать колхозный строй. Жукам хана, жукам хана. Вся вертикаль была геройски спасена. И можете не сомневаться, Оскар в номинации «Лучший герой» нам с вами, товарищ Перетравченко, обеспечен. Ну, за что дадут Оскар мне, я понимаю. А вот ты, Никита, здесь при чем? Вы как хотите, но мне не нравится название будущего фильма. Так жить нельзя. Лучше бы назвали его «Время выбрало нас». А чему эта назва лепей? А потому что это было девизом нашего последнего судьбоносного всеколхозного собрания. Ну, если ты, мама, про это собрание, так судя по тому, как делегаты лебезили там перед Перетравченко, то правильнее было бы назвать все это «молчанием ягнят». А без голливудских названий ты, Василий, обойтись не можешь? Могу. Например, «Доживем до понедельника». И когда же вы, Никита Сергеевич, приступите к съемкам нашего блокбастера? Очень скоро, голубчик. Как только завершу съемки своего предыдущего очередного шедевра. А что же это, если не секрет? Это, голубчик, переложение прозы Антона Павловича Чехова на реалии сегодняшнего дня. А как называется? «Злоумышленник». Трейлер уже готов. Можете глянуть. Как же ты мог, Дармоедович? Я же в тебя так верил. Что ж ты танк «Армату» на бабло распилил?
Что ж у тебя бюджет на разработку новых ракет исчез с гиперзвуковой скоростью? Почему вместо грозных российских крейсеров по мировому океану девки твоих замов на яхтах шастают? Так Владимир Владимирович, все же понемногу воруют. Ты думаешь, что говоришь, Дармоедович? Это раньше воровали понемногу, а теперь воруют помногу. Ты бы, как я, о душе подумал. У меня вон во дворце вместо шеста для стриптиза теперь часовня православная. Я все отдал ради победы. Даже комнату для грязи. А у тебя сплошные распилы, откаты и заносы. Но ведь, Владимир Владимирович, если пилить, откатывать и заносить будем не мы, то на наше место придет НАТО. Это ж вопрос безопасности. Вопрос безопасности, говоришь? Конечно! Все только ради нее, родимой. Ну, тогда увольняю тебя с должности министра обороны и назначаю секретарем Совета Безопасности. А теперь к новостям от наших заклятых славянских друзей и высокогуманных союзников. Новый назначенный министр обороны России Андрей Белоусов твердо намерен усилить контроль над расходованием военного бюджета. Рядовой мародерский на проводе! Рядовой, как вас там? С вами говорит новый министр обороны. Доложите обстановку. Докладываю, повсюду враги. Без паники. Возьмите гранату из ящика и бросьте в противника. Ну что, бросил? Хе, так точно! Взорвалась на осколки! Молодец, солдат! Теперь собери осколки, составь акт на списание и сдай это все в хозчасть! Есть, товарищ министр! Ну и, наконец, новости нашей тихой и мирной жизни в колхозе «Светлый Жах». Наш председатель, генералиссимус Перетрахченко, приехал на границу с Литвой, говорил о Сувалкском коридоре и призвал колхозников готовиться к войне. Вот представьте себе, вы живете в своей квартире, но коридор, по которому вы ходите в туалет, принадлежит не вам. Как такое может быть? Пора положить на все это конец! И можно не сомневаться, что отвоевав свой законный Сувалкский коридор, мы, наши заклятые российские союзники, наконец-то сможем беспрепятственно гадить не только в Калининграде, но и на всем Балтийском побережье. Так, внимание, начинаем съемку. Фильм «Тут жить нельзя». Дубль первый, кадр первый. Стоп, голубушка, что это за название у тебя написано на хлопушке? «Тут жить нельзя». Так у нас же другое название. А мне сказали, что это... Кто сказал? Колхозники мимо проходили и сказали, что если фильм про колхоз, то он, конечно же, называется «Тут жить нельзя». Не понял. Никита, а где массовка? Кого я должен спасать от жуков? Я вот тоже хотел бы это спросить. Ваш бригадир обещал пригнать массовку, но никого нет. Сейчас разберемся. Безголовченко! Я здесь, товарищ председатель. Я вижу, что ты здесь. А где люди для массовки? Я искал, но их нет. Так сказать, дефицит кадров до бешенства. Половина народа сбежала из колхоза. А другая половина? А другая половина? Кто на даче, кто на рыбалке, а кто по грибы? Я их звал, требовал, даже пугал. Но они говорят, у нас началось лето, и мы ждем нового августа. Какого еще августа? Ну, не знаю, может даже такого, как в 20-м. Так может им опять чего-нибудь пообещать? А что пообещать, если ничего нету? Председатель каждый год нам обещает по 500. Опять он врет! Дурит он народ. Да на нас ему плевать, а сам-то любит отдыхать в кругу девиц. Он и белый шпиц. У него все просто супер-пупер. Нам же отдых стал едва доступен. Где копейку бы найти, куда ни глянь, везде плати, а цен чуть-чуть. Нам бы отдохнуть. Ты
тут сколько ни паши, заработаешь гроши, весь отдашь себя труду, чтоб хватило на еду. Как ты тут оторвешься? Где ты сил наберешься? Дайте кайфануть, дайте хоть отдохнуть. Где копейку бы найти, чуток вздохнешь, давай плати, а цен чуть-чуть. Нам бы отдохнуть. Вертикальщиков родня в ЕС повадилась гонять, а нам трындят, якобы томат. Председатель нам грозит, что будет выезд перекрыт. Но выход есть, отдыхайте здесь. Отдых тут в колхозе очень скромный, прямо скажем, суперэкономный. За грибами в лес сходить и в речке рыбы наловить, пока оно не запрещено. И запомни, Кася, чтобы отдохнуть от товарища Перетрахченко, для начала надо просто выключить телевизор. Председатель брешет очень складно, хочет, чтоб работали бесплатно. Где б другого нам найти, его мы видеть не хотим. Давайте вам! Надо отдохнуть! Срочно отдохнуть! Дайте отдохнуть! Хорошо в колхозе летом, речка, ягоды, навоз. Ну а если ты при этом возглавляешь тут колхоз, не страшны тебе ни мухи, ни палящая жара, ни зуденье в левом ухе боевого комара. Это раньше Пушкин Саша выл от мух и комаров. Жил бы он в колхозе нашем, и был бы весел и здоров. И стихов бы у поэта было бы больше раза в три. Ах, улета, ты все лучшее бери. Кася, ну что ты там зависла? Я не зависла, просто у нас скончился сезон, и я хочу развитаться с нашими глядачами. Сустренимся в осень, дороженькие!